Антитабачный закон в России начал действовать с 1 июня. Он вводит окончательный запрет на курение в общественных местах. Ликвидируются зоны для курящих. Рестораторам запрещено ставить пепельницы на столики. Нужно повесить знак, запрещающий курение в заведении общепита. Дымить запрещено в общежитиях и гостиницах, на перронах железнодорожных вокзалов. К тому же изменены правила торговли табачными изделиями. Вводятся и новые штрафы. В случае нарушения штраф будет платить не только курильщик, но и владелец заведения. Для индивидуальных предпринимателей сумма 30-40 тысяч рублей, а для юридического лица 60-90 тысяч. Штрафы за курение для граждан составят от 500 до 1500 рублей. Сочи, как олимпийская столица, еще несколько лет назад стала городом, свободным от курения. В основном нарушителями являются люди, курящие в общественных местах. А вот владельцы кафе, ресторанов и магазинов в подавляющем большинстве случаев неукоснительно соблюдают требования закона. С начала года сочинскими полицейскими привлечено к ответственности более 50 человек.